Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами в этом видео мы уделим внимание 31 декабря. Вы знаете, это волшебный день, волшебное время. И в этот день Вселенная подает нам знаки, дает нам подсказки, которые ни в коем случае нельзя игнорировать. Поэтому мы далее поговорим о знаках и подсказках Вселенной, которая даст вам знаки и что вас ждет в 2024 году. И это будет связано и со счастьем, со здоровьем, с вашим благополучием. Поэтому, пожалуйста, просмотрите это видео до конца. И обязательно сделайте выводы. Итак, друзья, последний день 2023 года, это у нас с вами будет 31 декабря, друзья, воскресенье, благо у нас всех с вами будет выходной, и очень важно обратить внимание на те знаки, подсказки Вселенной, судьбы, которая нам их отправляет. Дело в том, что последний день года, он очень сильно заряжен энергией, энергией радости, энергией любви, энергией изобилия. И вы знаете, именно этот день, 31 декабря, для некоторых людей может быть пророческим днем. Поэтому очень важно, чтобы вы в этот день не только были в прекрасном, чудесном настроении, но и держали в ухо остро. Также обращаем ваше внимание, что 31 декабря нужно быть достаточно внимательным не только во время дня, но и в саму ночь. Поэтому обратите внимание и постарайтесь их использовать в своей жизни. Итак, если вы с кем-то были в ссоре, если у вас были какие-то проблемы, вы с кем-то ругались на протяжении года, очень здорово, если вы сможете помириться. Особенно это хорошо делать за праздничным новогодним столом. Тогда, друзья, это вам сулит дружбу на целые годы. Конечно же, не всегда мы с вами приглашаем гостей, тех людей, с которыми мы поссорились или поругались. В таком случае позвоните такому человеку под бой курантов и поздравьте обязательно с новым 2024 годом. Когда будете поздравлять, обязательно попросите прощения и пригласите в ваш дом и вашу жизнь все те мыслимые и немыслимые блага. И обязательно пусть этот человек в самое ближайшее время придет к вам в дом, и вы увидите, что действительно ваша жизнь и жизнь того человека может кардинально измениться. Также 31 декабря, вы знаете, что обязательно нужно встречать Новый год, обязательно чистым, бодрым. Поэтому обязательно постарайтесь в этот день отдохнуть, если вы будете новогоднюю ночь встречать до 6-7 утра. Помните о том, что очень важно быть в прекрасном настроении, быть таким вот активным, радостным. Также не забудьте принять ванну или душ в этот день. Это считается, что вы таким образом притягиваете к себе в свою жизнь крепкое здоровье. Помните о том, что если вы 31 декабря познакомитесь с каким-то новым человеком, возможно, вам кто-то отправит смс-сообщение в социальных сетях и так далее, знаете, это не случайность. Конечно же, нужно постараться пообщаться с таким человеком и узнать все-таки первопричину, зачем он вам пишет, потому что это неспроста, это Вселенная посылает вам этого человека, возможно, это ваше судьбоносное знакомство, которое принесет вашу семью, возможно, счастье, возможно, радость и так далее. У каждого этого будет свое. Также не забудьте 31 декабря купить новый веник, но не забывайте, что новый веник, который вы купите именно 31 декабря, нужно оставить вверх прутьями на кухне. Таким образом, вы на протяжении всего следующего года привлечете в свою жизнь изобилие, достаток и благополучие. Также обращаем ваше внимание, когда будет бой курантов, обязательно откройте входную дверь хотя бы на пару секунд и пригласите в свой дом изобилие, достаток и благополучие. Не обращайте в этот момент внимания, что скажут соседи или гости, которые у вас находятся. Помните о том, что любая практика, проведенная вами в 31 декабря, да и 1 января, она имеет очень важное значение, потому что волшебное
волшебное время, магическое время, и все наши с вами действия будут иметь очень важное значение. Конечно же, очень важно, чтобы вы успели отдать долги до наступления Нового года. Когда вы даете долги, вы прощаетесь с безденежьем, помните об этом. И таким образом следующий год для вас будет благополучным. Но если у вас не получается отдать все долги под Новый год, то отдайте хотя бы какую-то часть и постарайтесь в ближайшее время рассчитаться полностью. Также хотим вас обратить внимание на один такой вот очень важный момент. 31 декабря вам может чужой ребенок или ваш ребенок, родной ваш ребенок, дать вам какой-то совет. Ну, может быть, совет касаться всего, чего угодно. Например, вы растеряны, или кто-то вам нахамил, или кто-то вам что-то сказал, или вы не знаете, как поступить, и если ребенок подходит к вам и начинает там что-то говорить, это может дать какой-то совет, может сказать какие-то важные слова или взять вас за руку и повести в другое совсем место, знаете, это неспроста, это указание свыше. И не переживайте в этот момент, не расстраивайтесь. Далее, обязательно в новогоднюю ночь оставьте домовому кусочек угощения. Это может быть все что угодно, это может быть и конфеты, и печенье, не забывайте про молочко. И тогда на протяжении всего следующего года в вашем доме будет царить уют и комфорт. Также вы можете зажечь в каждой комнате в новогоднюю ночь зажечь свечи. Это могут быть свечи зеленого цвета, красного цвета, белого цвета. И знаете, таким образом вы привлечете не только здоровье, но и благополучие, изобилие и достаток. Очень важно, чтобы вы новогоднюю ночь встретили в новой одежде. Это очень важно. И тогда считается, что на протяжении следующего года вы станете настоящим везунчиком. Поэтому постарайтесь удивить себя и любить себя. Конечно же, покупая новую и новую одежду, это не значит, что вы таким образом станете более успешным, но вы должны понимать и то, что в новогоднюю ночь, 31 декабря, все имеет значение. Любая деталь очень важна. Также обращаем ваше внимание, что на новогоднем столе очень прекрасно, если вы на новогоднем столе будут и рыба, и мясо, и овощи, и тогда год пройдет в достатке. Вы помните о том, что у нас символом 2024 года является зеленый деревянный дракон, а вы знаете, что он любит и мясо, и рыбу, и овощи. Да, есть определенные ограничения, например, касательно мяса, при встрече нового 2024 года ни в коем случае не должна быть крольчатина, зайчатина и курятина. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Что же касательно рыбы, это может быть любая рыба. Главное, чтобы это не был полуфабрикат, не была консервированная рыба. Ну и, конечно же, овощи. Овощи особенно будут здорово, если на столе будет петрушка, если это будет укропчик, это будет зеленый лук, обратите внимание, и кинза, то есть именно как можно больше зелени. Уделите этому внимание. Таким образом вы обязательно привлечете изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. Также очень хорошо, если вы купите и в новогоднюю ночь на вашем новогоднем столе будет символ 2024 года. Вы знаете, это должен быть дракон. И очень важно, чтобы вы сами его купили. Не кто-то вам принес в подарок, а вы сами купили. Поэтому вы должны его выбрать именно на интуитивном уровне. Выберите на интуитивном уровне. Знаете, это ваш символ и талисман на протяжении всего 2024 года. Также, если вы в этот день работаете, то обязательно посидите в кресле начальника. Именно эту практику нужно сделать 31 декабря. Это не значит, что вы кого-то подсидите или нарушите баланс в своей жизни. Нет, вы таким образом сможете привлечь карьерный рост. Также обратите внимание, какие птицы прилетят 31 декабря к вашему окну. Если снегири, то ждите
много денег, изобилия, карьерного роста и так далее. Также обращаем ваше внимание, очень важно, чтобы Новый год для вас удался. Это не значит, что вам должно быть много быть подарков или каких-то интересных плюшек. Нет, вы должны интуитивно, вот на уровне своего сердца чувствовать, что Новый год для вас удался. Если вы прямо будете чувствовать, что все гости, которые были с вами, они будут рады, они будут счастливы, так и знайте, что Новый год действительно, и 2024 год, он пройдет удачно, успешно и благополучно. Помните о том, что 2024 год у нас с вами высокосный год, и для некоторых людей он все-таки будет немножечко тяжеловатый, но помните о том, что если вы будете воспринимать этот год как год каких-то экзаменов жизненных, как испытаний, которые вы обязательно пройдете, помните о том, что высшие силы никогда не дают того, что вы не можете пройти, что вы не сможете одолеть. Это нужно осознавать, девочки и мальчики, и понимать. Кроме того, мы уже неоднократно с вами говорили о том, что 2024 год многих людей достаточно очень сильно удивит. Поэтому в 2024 году не принимайте ни в коем случае никаких поспешных решений. Особенно это касается работы, это касается бизнеса, это касается личностных отношений. Помните о том, что очень важно, чтобы вы понимали и осознавали, что Новый год – это не просто выпить, да, закусить, как многие привыкли, а это именно то время для того, чтобы пригласить новый 2024 год в вашу жизнь. И приглашая, вы тем самым действительно можете много изменить в своей жизни. Также, девочки и мальчики, обязательно успейте убрать перед Новым годом. Очень важно, чтобы вы убрали старую одежду, обувь, все то, что вам точно не нужно или не пригодится. Многие люди думают о том, что «ой, я сложу, потом, может быть, когда». Вот это «когда» забывайте, потому что мы с вами живем в такое время, когда энергия и вибрации недостаточно сильны. Если вы так зациклены на том, что вам когда-то что-то пригодится, вы сами себя ограничиваете. А помните, ограничивать нельзя себя, потому что время очень сильно меняется, и сами вы уже в комментариях пишете о том, что с помощью тех советов или рекомендаций ваша жизнь изменилась, когда вы перестали ограничивать, когда вы перестали мыслить и думать в негативном русле. Также обращаем ваше внимание, ни в коем случае не ругайтесь, не кричите, не ссорьтесь 31 декабря и в саму новогоднюю ночь. Наоборот, старайтесь вот в этот день встать, обязательно позавтракайте 31 декабря, обязательно, возможно, созвонитесь со своими друзьями, подругами, знакомыми, близкими людьми, пообщайтесь, может, возможно, вспомните какие-то моменты и начните это день вот прекрасно, вот чудесно. Даже если вы одиноки, думаете, что вам не с кем поговорить, вы в таком случае можете посмотреть на себя в зеркало или пожелать себе всего самого лучшего, рассказать о себе только самое лучшее. Даже если у вас были какие-то проблемы, неприятности, у вас что-то в жизни не получалось, вы должны понимать, что пока вы сами себя обижаете именно в словах, ничего в вашей жизни не может произойти. Также ни в коем случае ваш новогодний стол не должен быть пустым. Многие думают о том, что ну зачем мне встречать Новый год с полным желудком, да, это плохо и так далее. Но вы можете украсить новогодний стол, и после боя курантов вы можете все разложить в холодильнике и на следующий день, если вы приглашаете гостей, уже вместе отмечать. Но важно, чтобы новогодний стол был именно в изобилии, девочки и мальчики, именно в достатке. Также ни в коем случае в новогоднюю ночь нельзя бить посуду, нельзя что-либо ломать. Также не стремитесь в новогоднюю ночь надевать что-то черное. Учтите, это не очень хороший цвет именно в новогоднюю ночь. Также не старайтесь дарить какие-то книги, которых вы не знаете и не понимаете. Также очень важно, чтобы вы в новогоднюю ночь загадали самое свое сокровенное и свое самое желанное желание. Но помните, мы с вами не используем частичку «не».
Также обязательно подарите подарки, обязательно расскажите какие-то хорошие эмоции другим людям. Это, друзья, очень-очень важно. Вот такими важными советами, друзья, мы хотели с вами поделиться именно сегодня, именно в этот день. Мы всех поздравляем с наступающим, друзья, Новым годом. Желаем всего-всего самого-самого наилучшего. Надеемся, что эти советы и эти рекомендации вам обязательно помогут в жизни. Прямо сейчас в комментариях давайте друг другу пожелаем всего самого наилучшего в новом 2024 году. Прямо сейчас в комментарии напишите «Я желаю». И напишите, чего вы желаете, потому что то, что вы желаете другим, даже вы людей можете не знать. И, возможно, вы никогда не встретитесь с ними, но знаете, именно эти знаки, они всегда нам помогают каждому. И главное их увидеть. Поэтому «Я желаю». И напишите, что вы желаете себе, отправляя посыл другим людям. И вы знаете, все это рано или поздно вернется в вашу жизнь. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Друзья, нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.